Судебные приставы рассказали, что с 29 декабря готовы помочь должникам в ускоренном режиме решить долговые вопросы, пусть даже на самой границе. Специально для этого до окончания праздника в службе уже расписано круглосуточное дежурство специалистов. Даже если должник до последнего затянул с оплатой долгов, при вылете, например, после объявление о запрете на пересечение границы, ему необходимо будет предоставить документы, которые доказывают факт оплаты. Сотрудник свяжется с кировским дежурным, направит ему документы, и далее уже сам дежурный будет связываться с должником. Правда, в службе приставов предупредили, несмотря даже на такой особый и лояльный порядок в честь новогодних праздников, затягивать до вылета не рекомендуют. Практика прошлого года показывает, факт оплаты одного кировчанина, который хотел вылететь из Петербурга в Финляндию, заняла несколько часов. Мы экстренно сняли ограничения, оказали ему содействие, хотя заплатил он деньги только в аэропорту. Это крайне, конечно, крайне негативно сказалось на том процессе. Он же затягивается. А как правило, это занимает от 2 до 6 часов. Поэтому нужно гражданам заблаговременно, как я уже говорил, изучать свою историю и обращаться в банк данных исполнительных производств.